Медведчука это ослабило очень сильно. Причем это ослабило гораздо больше, чем нанесло ему финансовый ущерб. Потому что Путин парень понятийный, такой, я бы сказал, бандитского мышления. И если кого-то бьют, значит, и он не может дать сдачи, значит, сам дурак. Одна из, я считаю, один из факторов авторитета Медведчука в глазах Путина, помимо там родственных связей, кум, там, значит, и, может быть, там, до этого там, службы в органах, про что там многие люди говорят, да, думаю, что основное вот это было, что его не трогают, да, там, Петр Алексеевич его боялся, значит, как-то тронулся, наоборот, с ним договаривался и до сих пор как-то, значит, договаривается. Владимир Александрович вроде как-то его отстранил, но при этом тоже не трогал. И я думаю, что Путин понял, что боятся. Значит, раз боятся, это центр силы, значит, там, то, что он говорит в Кремле, имеет место быть. Сейчас, когда его начали там стучать по голове, конечно, вот этот вот ореол неприкасаемости у него резко пропадает. А наоборот, у, значит, Зеленского, я думаю, что, то есть, там, понимаешь, думает, там, молодец, красава, то есть, парень.